Сейчас, блин, опять залез. На крышу. Лак, пошли. Спрашивали, как я достаю кошку. Лак. Тулан гоняет. Погода шикарная. Я в рабочей одежде. Вон. Сварщик я сегодня. Лак. Кс. Так, обходим крышу. Давай. Сам почему-то не догадывается. Он сейчас залезет на крышу. И через сарай вон как. Вот так. Лок-то че? Лок. Лок где? Надо занести в дом, потому что я буду сейчас варить сваркой. Лок, кс. Не хочу, чтобы он смотрел на сварку. Может ослепиться. Лок. Пошли. Старые материалы вон какие. Лахи прикупил. Вот такая. 70-ки. 70. 74 метра. 7 штук. Получается 1600 по рублям. Вот так, и делишки. Вон тулан. Тулану опасно подходить с кошкой. Он загрызет запросто. Сегодня очередная серия рвет будет. Вчера у нас света не было. Свет вырубали и такой. Ну, не выкладывал фильм. Люка, блин. Не подойдем к тебе. Опасно. Так, ларсатая мыйка кар. Пырт. Но. Так, ну ладно, ребят. Всем пока. Ждите вечером очередную серию.